Женя, каску надень. Опять трос не поменяли. Сколько раз говорит? Второй раз говорю. Уже два раза заменил, да? Ты мастер, я не знаю. Ты что, аварию захотел? Что ж не могу? Не знаю. Такую глушь среди болот. Такой вопрос для нас давно не новость. Я ставлю свой транзистор против стоптанных сапог, что вам любой из нас ответит совесть. Ох, братцы, искупаться в Черном море красота. Да что там море? Душ сойдет и ванна, но только у геолога заветная мечта. Умыться черной нефтью, умыться теплой нефтью, умыться первой нефтью из фонтана. Возможности носить здесь брюки клеш мы лишены, и каждый день рубашки не меняли. И тем, кто не причастен, кто глядит со стороны, чертей болотных мы напоминаем. Ох, братцы, искупаться в Черном море красота. Что там море, душ сойдет и ванна, но только у геолога заветная мечта. Умыться черной нефтью, умыться теплой нефтью, умыться первой нефтью из фонтана. Конечно, хорошо бы, чтобы нефть текла рекой, а с неба сами сыпались алмазы. Но только вот до солнца не дотронуться рукой и жизни не прожить, дружок, два раза. Ох, братцы, искупаться в Черном море красота. Да что там море? Сойдет и ванна, но только у геолога заветная мечта. Умыться черной нефтью, умыться теплой нефтью, умыться первой нефтью из фонтана. Давай, давай. Давай, давай. Ира. Стоп. Майна. Давай опускай. Хорош. Так. Ира, Ира. Стоп, стоп. Давай опускай. Майна. Thank you.
что с ним сегодня? На себя не похож. Расстроился. А мы что, обрадовались? 2 года пустые терны таскали и ничего. А тут даже слова не сказал. Ну, начальство всегда больше нас переживает. Нехорошо говоришь. Кто матери твоей 2 месяца деньги посылал? Когда ты зарплату со всеми полярными под откос пустил. Да, Курбан-ага, а что я сказал? Нехорошо. Ты, Тань, дай поверить что-нибудь, не успел сегодня? Ой, погоди, чуток. Остыло совсем. Ладно, не надо. Давай-ка. Да? Боюсь, совсем холодно. Подогрела бы быстро. Ну. Ты бы там накрутил хвоста, кому следует в экспедиции. Картошку совсем не присылают. А мясо одно горе. Ни навара, ни мякоти. Вон один персиковый компот, шлют и все. А ты ешь, ешь. С голодухи еще больше расстраиваться будешь. Тетя Тань, у тебя дети есть? Пока не выросли, были. А теперь взрослые. Ты ешь. Не естся что-то. Ну, я пойду. Спасибо. Может, свежатинки ребятам добудешь? Угу. Да. Ну, что во сне видела? Детский сад и тебя с барабаном. Товарищ Старовойтов, рапортуйте. Забой 2200, золото 3 часа, 84 свечи. Не по форме рапортуйте. Пошел ты. Ну, такую невоспитанность можно объяснить только самовольной отлучкой Левтины без прощального взгляда. Нет, взгляд-то имеется, да не туда, Федька. Я тут ужасно, что такая женщина пропадает в глуши болот. Кошмар. А где же ей еще пропадать? Неужели в вашей болотной столице Кандаголь? Боже мой, неужели места не найдем? Будь моей личной стюардессой, а? Всех у вас одно на уме. Лучше ты, Тань, помоги. Ай, пожалуйста. Не горюй, Федя. Душа у Левтины широкая, найдется и тебе уголок. Ты что, сдурелись? Стоп! Ей-богу, брошу тормоз, уши пообтираю. Ну что ж ты, эх, я вам покажу. Ну да уходи. Иди. Иди, Саш, иди, уходи. Где ты хочешь? Уходи. Иди, иди. Ага. Что, опять твои петухи из-за Левтины? Нет. Что нет? Пора кончать эту карусель. Вот что. Давай-ка отправлять Алевтину к чертовой бабушке. Юра! Что? Подумай. Нечего думать. С этим вертолетом и отправим. Пойди и скажи ей. А почему я должен сказать? Ты мастер. И потом, ты деликатный человек, я знаю. Я деликатный? Я грубян. Ну, ты старший, понимаешь? Я старший, но ты самый старый старик. 2 раза моложе меня, любовь не понимаешь. Любовь я понимаю, отец. Вот этого не понимаю. Юра,
Я тебе скажу сейчас такое неприятное. Ну, говори. Говори, ага. Одной меньше. Вот, одной больше. Ну чего молчишь? Кандагой! Кандагой! Гиблая протока, гиблая протока. Вас слышу. Прием. Дай начальника экспедиции. Сейчас узнаю. Только сначала давайте сводку. За сутки прошли 54 метра, взяли керн. Никто меня не понимает. Тут и понимать-то нечего. Одному глазки, другому ручку, третьему плечиком. Под петухи-то друг на друга кидаются. Ну и отстала я же бы, тетя Тань. Где-то видно, чтобы за интересной бабой мужики-то не бегали. А что, крокодил, что ли? Если хотите знать, так и раньше было. Всегда так было в историческом разрезе. Вот в этом разрезе ты и получила бесплатный билет на вертолет. Тут тебе не разрез, а буровая на краю света. Вон их сколько-то. А я справедливости хочу. Федь, ну что за беззаконие-то такое? Федь, ну что я виновата, что ко мне мужики-то липнут? Да никто не говорит этого. Федь, я этого кожеватого, я его в порошок затру. Сам займусь. Займись, Федь, я все-таки же женщина. Ну, ладно. Натравила одного мужика на другого и радуешься? Не радуюсь, плачу. Антон Васильевич, получены выводы комиссии? Получены. Ну и как? Не важно. Что дальше? Завтра вылетаю в Москву. Объясняться. Объясняться или защищать? И то, и другое. Ну это значит, ни то, ни другое. Юра! Вертолет еще у тебя? Здесь. Вылетай ко мне. Разрешили прилететь к Кожеватову? Сам пригласил. Дело хозяйское. Что, не одобряете? Я не сентиментален. Ну, это не сантименты. Чувствуйте, садитесь. У человека может рухнуть то, что он считает на сегодняшний день, во всяком случае, главным делом своей жизни. И об этом что по рации разговаривать. Подумаешь, ну не будет бурить на северном, пойдет на восточном. Только и всего. Не любите вы Кожеватова, Илья Николаевич? Ну, зачем же так резко? Ну, просто такие лихие, как он, всегда могут нарушить налаженный ритм работы. И потом никогда неизвестно, что он может преподнести тебе завтра. А не кажется вам, Илья Николаевич, что такие люди тоже нужны? А, Илья Николаевич? Извините, это уже литература. Ну, что у вас там? Это вам для Москвы. Вот тут все, что не додали нам по фондам. А вот тут заявки на будущий год. Так, 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 так. Чего тебе? А ты не понимаешь. Допустим, виноват я. Подрался. Но можно мне взыскание дать, наказать как положено. А за что, Левтину? Как положено, ты лучше меня знаешь. Я должен турнуть тебя с буровой, но не могу, к сожалению. Почему? Без хорошего бурильщика останусь. Без бурильщика ты не останешься. А вот без друга... Это точно. Побыстрее, можно? Тетя Тань, ну давай скорее, чего ты ковыряешься? Успеешь. Опять перловый. Перло? Эх, картошечки бы. Сейчас я вам консоме подам. Свет. Вам, жеребцам, пошла грибы собирать. Ох, и вкусный суп. Да за ваше хулиганство вам бы мухоморов наварить. Самый раз. Из-за вас такую девку потеряли. Ты и Федя пропал. Тетя Тань, мы-то здесь при чем?
Здрасте, тетя Таня. А тебе, гармонист, вот так бы врезала сейчас. Да моральный кодекс не позволяет. За что, тетя? Этот бешеный казак кинулся, а я же виноват. Убери половник свой. Че, тетя Тань, вот. Все у нас тихо. И он только сказал, что при Алевтине круглосуточно вахту надо держать. Ай, ты бесстыжие. Перекормила я вас, балбесов. Здравствуй, Мариночка. Здравствуйте. Антон Васильевич у себя? Нет, сказал, что вы пришли к нему домой. Мариночка, домой. Перепечатать. Прошу. А, товарищ Кожеватов. Вы ко мне или к Антону Васильевичу? Антон Васильевич вызывал, но к вам у меня тоже есть дело. Слушаю вас. Скажите, Илья Николаевич, до каких пор мы будем ходить у вас в бедных родственниках? То есть? Вы сами понимаете, рукавицы и те латанные получаем. О, с маршей прямо в атаку. Всем восточным бригадам вы выдали гидромониторные долотья. А нам... Кормежка, хуже не придумаешь, перечислять дальше? Да нет, не стоит, особенно в таком тоне. Поговорите с Антоном Васильевичем, может быть, тогда вы что-нибудь поймете. Да вас-то я давно понял. Что вы сказали? Наглец. Привет. Ты зачем сюда пришел? Уходи. А чего ты меня гонишь? Боря. Боря, я тебя очень прошу. Уходи. Ну зачем ты за ним ходишь? А зачем ты за мной ходишь? Я с тобой не хожу. Я пришел. Ты думаешь, я не знаю, как ему трудно? Ну, вот и я за этим пришла. А я лопух. Не вижу ничего, да? Ну, Борька, милый, но я ж на 3 года тебя старше. А он? Он на сколько лет тебя старше? Замолчи! Ну, ладно. Пойдем. Да пойдем. Да, фундаментальный труд. Должно быть, когда Галилей утверждал, что Земля вращается, тогдашняя не менее авторитетная комиссия фундаментально обосновала, что Земля стоит на месте, потому что с нее никто не падает. Галилей не меньше. В излишней скромности тебя не упрекнешь. А я не себя сравниваю, вас. Идея вести поиски прямо на север к океану ваша?
моя. Или уже отрекаетесь? Полегче. Полегче. Да куда уж легче. Я и так говорю половину того, что думаю. Я вам поверил 2 года тому назад. Поверил не в озарение, не в догадку, а в научное предвидение. Верю и сейчас, а вы... Ну, что же, струсил я же. Похоже. Ты, значит, не заговаривайся. Не заговаривайся. Что это? Волокордин. Вот так вот. Успокоимся. А теперь разберемся. Догадка, предвидение, все это очень хорошо. Благодарю тебя за комплимент. А теперь факты. В Уре мы с тобой 2 года. Ведь геофизики, они не ошиблись. Структуры, сам знаешь, подсказали отличные. А где нефть? Нефти нет, хоть плачь. А Москва слезам не верит. А вот этому вот она поверит. Доводы серьезные. Выводы основательные. Трудились не меньше нас, чтобы доказать, что делать нам здесь нечего. Это говорит наука. А мы на что надеялись? На гадалку, когда начинали? Только мы верили в науку плюс интуиция, они верят в науку минус интуиция. Юра, у нас с тобой один только может быть решающий довод. Это фонтан. Фонтан. Чем ты мне вот в Москве прикажешь опровергнуть? Интуиции? Это слабый козырь. Вот что. Я хочу знать одно. Вы лично. Не начальник экспедиции Шинкарев А.В., а геолог Антон Васильевич Шинкарев. Верите в свой северный вариант? Да или нет? Верю, но не знаю, чем эту веру обосновать. Нефти нет. Нефть есть. Есть нефть. И вы лучше меня знаете об этом. Она не дается. Не дается, на то она и нефть. Если вы отрекаетесь от нее, то это моя нефть. Моя. Я должен отдать ее людям. Мы 2 года вкалываем, как валы. Бурим эту землю, бурим. И все-таки все в долгах. В долгах, а я не хочу быть должником. Я хочу расплатиться нефтью. Нефтью, а не потом. И не стану вертеться, как уж на сковородке. А вы уже внутренне подготовились к отступлению. А, кстати, вам это уже не в первый раз. Один раз было уже в Каракум. Ну, знаешь что. Вот это вот не надо было говорить. Простите. Антон Васильевич. Ну что ты, иди. Иди. Антон Васильевич, вы мне разрешили пробурить 9 скважин. Я пробурю 9 скважин, не скважиной больше, но и не скважиной меньше. Юрий Иванович, я вас жду. Зачем? Ну, поговорить. Не о чем нам говорить, Алевтина. Как-нибудь в следующий раз голова у меня плохо варит. Да она у вас всегда плохо варит. На другой раз надежды нет. Послушай, Алевтина. А теперь ты меня послушай. Ты что думаешь, я обратно, что ли, пришла проситься? Ну, а то. Нет. Я, может, выгадала от того, что рожу твою противную видеть не буду. Скажите, пожалуйста, откуда только такие берутся? Высказалась. Не высказалась. Ты что, на мне зло свое срываешь? Тебя баба какая-то обидела, а ты на мне зло свое срываешь, господи. Что ты за человек-то такой? Чучело какое-то бесчувственное. С тобой говорить-то противно. Много ты про меня знаешь. Теперь все. Не все. Ты в душу-то к человеку пытался когда-нибудь заглянуть? Я так и предполагала. Вам же не до этого. Я вот смотрю на эту дуру Наташку и удивляюсь. Господи. Как же такого истукана полюбить-то можно? В
Слушай, Левтина, ты в Ридане, завирайся. Уж чего-чего, а врать-то я не умею. Ну, и денек сегодня. А у тебя теперь все деньки такие будут. Уж это помяни мое слово. Да. О! Да. Ох, и надоело ж это гудение музыкальному человеку. Мало под него вахту стоишь. Под него засыпаешь, под него просыпаешься, под него он и рыбу ловишь. А у тебя сердце как? Посменно стучит или, может, целые сутки? А это как получится? Мне, например, очень даже нравится это гудение. Ни черта нет на этой восьмой, попомните мое слово. А я очень даже рад, что сегодня не взяли нефть. Ты что, псих? А ты забыл, как Кожеватов про океан рассказывал? Ну, был бы сегодня фонтан. Ну, так что? Вот и все. А так, сегодня не нашли. Пойдем дальше. Опять не найдем. Еще дальше. И выйдем мы с тобой, Наташка, на океан. И возьмем там нефть на шельфе. Столько возьмем, что нашим внукам хватит. Каким внуком? Нашим с тобой. И будут они знать, что первыми вышли на Северный Ледовитый океан их бабушка и дедушка. Дурачок ты, дедушка. Океан ему подавай. Да нет, я лично убежден, что возьмем на девятый. Вот девятый, это другой разговор. И что нас занесло в такую глушь среди болот? Такой вопрос для нас давно не новость. Я ставлю свой транзистор против стоптанных сапог, что вам любой из нас ответит совесть. Ох, братцы, искупаться в Черном море красота. Да что там море, душ сойдет и ванна. Только у геолога заветная мечта умыться черной нефтью, умыться теплой нефтью, умыться первой нефтью из фонтана. Это кто кричал? Ой, братцы, а ну-ка, Костя, возьмем-ка Федю под белые ручки и проводим его для всеобщего обозрения. Не подходи, убью! Степа, Степа, Федя, Федор, я понимаю, горе, но где ты ее родимую достал? Хочешь? Пойдем, пойдем, Петь, пойдем. Пойдем, пойдем. Разговоры потом. Пойдем, Петь, поспать надо. Вот так. Здорово, ребята. Привет. Привет. Лететь надо. Ну, если надо, лети. Все машины свободны, выбирай любую. Мне не до шутки сейчас. Саня, слетаем, а? Слетаем. Сейчас вот только галоши надену. Скажи спасибо, что сюда прилетел. Твой ход. Трасса наглухо закрыта. Ты что, не понимаешь? Понимаю. Командир у себя? У себя. Иди, иди. У него как раз настроение отличное. Повеселишь его немножко. Да конем, конем, ходи. Что я могу сделать, чудак ты человек? Давай выйдем на поле, начнем дуть. Может, рассеем туман. Но мне нужно на буровую.
Ну, подождем до утра, может быть, будет ветер. Мне нужно сейчас. Ну, что там без тебя? Вышка под землю провалится, что ли? Крутят без начальства, прокрутят еще день. Ой. Не могу я здесь больше оставаться, не могу, я там должен быть, там. Ну, дай вертолет. Просто не знаю, что сказать в такой случае. Ты, Федор, что сотворил? Не будем говорить, что Пантелеймон за тебя две вахты стоял. Но ты не хуже других знаешь, что значит быть, когда 1500 метров железа висит над головой. Что с ним делать? Да морду ему набить как следует, правильно. И все. Да мозги ему прочистить надо. А у нас это будет называться суд общественности. Да, суд общественности. На 75-й северной широте. Да что тут рассусоливать-то? Гнать его надо отсюда, чтобы коллектив не позорил. Ну, ладно, будет. Гнать, что мы с ним будем? Ну, давайте, зачем? Вина на нем здесь! Спорить не стану. Но надо же и в корень посмотреть. Что, он просто так это решил выпить? Ха-ха. Я, может, тоже хочу. И мы. Кожеватов руку приложил. Вот и тяжелую. Приходит главный виновник Кожеватов, да? Погоди, мастер. При всем уважении к тебе, как только дело доходит до Кожеватова, теряешь ты объективность. Правильно. А с Алевтиной он перехватил. Факт. Это что же выходит? В том, что напился Федор, виноват Кожеватов, да? Мне не важно, кто виноват. Главное, Буровая. Федор, иди к тормозу. Я возражаю. А я приказываю. Правильно. Пусть делом докажет. Иди, Федор. Значит... Не только все 7 скважин отбурили на пустых структурах, насколько я понимаю, на 8-ю тоже надежды мало? Мало. А вывод? Бурить дальше. До каких пор? Пока не дадим фонтан. Слишком долгое пока, Антон Васильевич. И слишком дорогое. Сегодня. Но если закроем северный маршрут... Завтра обойдется еще дороже. А если не окажется там этого завтра? Если не найдем нефть ни на 8-й, ни на 9-й, ни на 11-й, тогда как? Что с докладом комиссии делать? Жаль, не могу в официальной обстановке посоветовать. А ты не советуй. Все равно не смогу твоим советом воспользоваться. Документ серьезный. Согласен. Ну? Так чего ж ты хочешь? Можешь опровергнуть? Есть доказательства? А какие доказательства были у Губкина? Научное предвидение. Интуиция. Значит, мы должны финансировать северный вариант под твою интуицию? Под нашу. Так вот, не под нашу, не под твою интуицию Газплан денег не даст. И ты считаешь это правильно. Я говорю не только о нашем деле, не только о нефти. А-а-а. Мы, значит, забираемся в высокую политику. А что? Не имеем права. Нет, почему имеем? Даже должны. Но сначала решим наши вопросы, это тоже немало. По-моему, дело обстоит неприятно. Но просто. Нет у тебя никаких доказательств, чтобы продолжать работу. Нет.
Опровергнуть выводы комиссии нечем. Господи, боже мой. Ну, ладно. Не расстраивайся. Да нет, я так. Ну, мало чего в жизни геолога не бывает. Ты где обедаешь? А черт ее знает, не знаю. Давай-ка тряхнем стариной. То есть? Помнишь, где мы с тобой в студенческие годы бывали? О, милый, тех и домов-то уже нет. Улиц-то уже нет. А мы найдем другой вариант. Правда, не северный, московский. У меня семья на даче. Давай махнем ко мне в пустую квартиру. По дороге берем 400 граммов докторской, 2-30 кило. Леща в томате, 6 гривен. Пельмени. 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 Полтинник. И эту. Как ее? Забыл, как она называется-то. По 4-12 с посудой. Забыл, да? Давай пиво. И пиво. Кондогой. 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 Слушаю вас. Вернулся из Москвы Шинкарев. Юрий Иванович, чудак ты человек, я же тебе сказал, вернется, дам знать. Ой, черт, мне все это надо. Как плохая погода, так моя вахта. Так мне дураку и надо. Нашел работенку. О, еще один пессимист пришел. Ты это, сынок, не до шуток мне сейчас. Ой, понимаю тебя, Федя. Еще ты не понимаешь. Ну да. У меня у самого мрачный взгляд на перспективу. Пошла философия. Уж кому б жаловаться-то? А что, тебе? А хотя бы и мне. Мы с Ниной сговорились свадьбу сыграть на майские, отложили на октябрьские. С октябрьских опять на майские. А теперь? А теперь она выйдет за бухгалтера с нормированным рабочим днем. Я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало. Грубый Федя. Я давно заметил, что вы, Федя, невоспитанный человек. Да бросьте вы, ребят, кипятиться. Эх, не то настроение. Вот добуримся, передохнем в Кондогое и в баньку с веничком. Тихо. Нашел мечту. Без веничка как-нибудь перебьемся. Было бы за что спину ломать. Вон соседи на Восточной площади. Каждый месяц 3 ставки с премией набирают. А мы, полярные герои, с начальничком нашим, 1,5 еле-еле наскребем. Да хватит шкурничать. Будет фонтан, будет вам и премия, и все будет. Да тебе-то, передовик, папа с мамой на мороженое подкинут. А мне надо семью кормить, за «Жигули» выплачивать. Фонтан ему снится. Да где он, этот фонтан? Да помолчи ты, Максим. Нытье твое уже вот здесь. Вот выйдем на 9-ю. Нет, ребят, я в 9-ю железно верю. Хорошо бы. И в отпуск хорошо перед 9-й, а, ребят? Да. Ух, надо. Я сессию пропустил, на 2-й год оставит. Да ты уж студент-заочник. Вон у Глотова дочки скоро год, а он ее еще и не видел. По нашим делам он с ней познакомится, когда она замуж выйдет. Ножик и вилка, 2 подпилка, серп и молот и молот. А у нас уже ночь. Да, полночь. Волк на промысел выходит.
Ай да, ребята, ай да, комсомольцы, браво, 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 молодцы. А ты отключись хоть на минутку, расслабься. Отключился. Вот только расслабиться возле тебя боюсь. Это почему? Можешь еще что-нибудь оттяпать. Да брось ты. Знаешь, с каким бы удовольствием я сейчас сел на буровую? Услышать, как забил фонтан. Мазнуть бы друг друга по морде теплой нефтью. А ты отключись, отключись. Ты расслабься, расслабься. Ножик, вилка, два подпилка, серп и молот, молотилка, разговаривают. О чем? Ай, да, ребята. Ну что? Ну? Ушли годы. Ну, это еще полбеды. Беда вот, оглянешься назад, подумаешь, а ведь мог бы сделать, а не сделал. Ну, опять ты за свое. А я не за свое. Нам с тобой осталось немного. Я думаю о тех, кто пришел после нас. Ну, что ты мне свои прописные истины тычешь? Мы что, не планируем будущее, настоящее, отдаленное? Научились. Сам ты это прекрасно знаешь. Знаю, да. Знаю, знаю. Планируете вы прекрасно, умно, дальновидно. А вот сегодня выглянет незапланированная реальность. Это пока еще не реальность. Да. Не реальность. Для меня северный вариант — это реальность. А для тебя миф. А ни ты, ни я сделать ничего не можем. А ведь это будущее. Будущее привязано к сегодняшнему дню цепями. Вот реальность, которую никто нам с тобой не позволит забыть. Ой, да ребята. Ой, да комсомольцы. Браво. Браво. Браво, молодцы. Что это, Антон? На себя не похож. Хватит, хватит. Не похож? Угу. Может быть, ты и прав. Знаешь, мне недавно напомнили об одном происшествии из моей жизни. Ты в 55-м где был? Ты что, не помнишь? На Сучане. Ах, да, вспомнил. А я потел в Каракумах. Сначала все шло превосходно. 45 в тени. Тень взять негде. Воды глоток — проблема. Форменный ад. А душа пела. Надежд — вагон. Чую, что иду на нефть. Вот тогда я был похожим на себя. А потом маршрут взяли, да и прихлопнули. Почему? Ну, что-то где-то подсчитали, кто-то где-то засомневался. В общем, прикрыли. А через 7 лет туда вернули разведку. Я был в Сибири. И в том месте забили фонтаны. Мои фонтаны. Ну, обидно, конечно. Но какой дурак мог тебя этим попрекнуть? Ну... Ведь, Антон, мы солдаты. Приказывали, наступали, приказывали, отступали. Хм. Удобная формула, за которой легко спрятаться. Знаешь что, старик? Ну? Ты подумай, не злясь. 2 года мы тебя поддерживали. Горой стояли за твои идеи. Но живем-то мы в реальном мире. С этим необходимо считаться. Хочешь правду? Я ведь и сейчас мог бы отойти в сторону. Подождать, так сказать. Ковыряйся там сам в своем северном маршруте. Загоняй средства, оборудование. Но ведь голову-то с кого снимут в первую очередь? С тебя. Как пить дать? С тебя. Не могу на это пойти. Не хочу. Из тебя рот.
вместе ждем. Да что нам комары, ремучая тайга, да что для нас мороз, поляная курга, когда с бригадой рядом, когда с бригадой рядом, наш друг, наш друг, наш друг, наш друг, наш друг, Курбанага. Вместе спим, вместе курим, вместе трескаем компот, не злоту прямо в буре. Вот уже который год. Ой, да что нам комары, дремучая тайга, да что для нас мороз, поляная курга, когда с бригадой рядом, когда с бригадой рядом, а вдруг, а вдруг, а вдруг, а вдруг, а вдруг. А кто это нарисовал? Все рисовали. Спасибо, Танечка. Спасибо. На, передай. Прими целование. Спать обороты. Спасибо. Спасибо, мои дорогие. Малый вперед ел наш адмирал. Почему малый вперед? Полный вперед, да? Вот хозяйки. Стёпа, Стёпа, налей, Стёпа! И мне тоже. Стёпа. Поднимем бокалы со двигом их разом. Дорогой. Здоровья. Будь здоров. Счастье. Будь здоров. Будь здоров, Курбан. Будь здоров. Минуточку. Минуточку. Хочу слово сказать. Далеко моя родина Баку. Далеко мой горячий солнце. Новый лучшее солнце согрели мою душу. А где Юра? Где Хажалат? Да, не обратил внимания товарищ начальник на наш маленький юбилей. Да, наверное, просто забыл. Такие пустяки помню. Нехорошо говоришь. Не мог Юра забыть. Что вы? Он еще утром у нас тетя Таня спрашивал, что мы готовим, как отметим. Он сейчас придет. Юрий Иванович, ну ты меня совсем замучил. Не прилетел? Ну нет, конечно. Ты чего? Там у Курбанаги день рождения. Все собрались. Ой, все время помнил и вдруг забыл. Да вы не расстраивайтесь. Это ведь с каждым может случиться. Да? Где же оно, это проклятое ружье? Да вот же оно. Вы на него смотрите и не видите. За мной такое водится. Смотрю и не вижу. Пойдемте, ждут. Вот это хорошо. Это тебе, отец, от меня. Спасибо, Юра. Спасибо. Вот это да. А ты говори. Заряжено. О. Ну и в нарушение всех инструкций. О! Шампанское. Шампанское. Курбан-ага всегда из ружья открывал. Боря, поставь. Вон там.
Сухой закон? Есть сухой закон, да? Эх, придется пить брусничную водичку. Не важно, что пьешь. Важно, за кого пьешь. Ну-ка дай. Мне было 14 лет, когда я остался один, без отца, без матери. И черт его знает, как сложилась бы моя жизнь, если бы не ты. Если бы ты не поставил меня к тормозу. Если бы не послал учиться на геолога. Впрочем, лучше бы ты этого не делал. Нет, я шучу, конечно, шучу. Самое главное, что возле тебя, отец, людям хорошо. Вот что. Прихват? Номер по Юрию. Натяжку дал? 80, не шевелится. Давай 85. Что там случилось? Дрянь дело. Сама вижу, толком объясни. Прихват, понимаешь? Порода там глубоко 2000 метров. Обвалилась, зажала долоту. Пропадет скважина, и не узнаем, есть там нефть или нет. А может? Ну, может. Восемьдесят пять. И надо же, под самый конец. Давай 90. Выдержи. Выдержи. Девяносто, Юра. Так не выдернем. Придется тянуть на всю катушку. Убирай людей с вышки. Пусти меня к тормозу. А сколько хочешь сдаться? Пойду на 100 тонн. Юра, вспомни, что было Белоглазове и Косумовской вышки. Все помню, отец, не каркай под руку. Да допусти меня. Нет, я сам. Ты что, смеешься надо мной? Я здесь мастер. Я был у тебя неплохим бурильщиком. Я должен сам, отец, понимаешь, сам. Нет, 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 нет. Время, нет. Мастер, время. Уводи людей. Всем уйти на 50 метров назад. Я сказал всем. В растениях. Справедливость, она всегда восторжествует. Ну, а произвол
мы будем пресекать. Твой случай — это типичное самоуправство Кожеватого. Да, к сожалению, не единственное. Есть кое-что посерьезнее. Конечно, он же не человек, а истукан. Я ему и в лицо так сказала. Резко, резко выразилась. Ну, у нас тоже сложилось неблагоприятное мнение. Да. И это хорошо, что оно совпадает с мнением коллектива. Легче будет принимать решение. Вот так-то. Какое? Ну, у меня все. Ты погоди, погоди. Я вот интересуюсь, решение-то какое? Ну, наверное, выгонят с Буровой. Ну, это между нами. Антерну, как говорят французы. Кого выгонят? Как кого? Кожеватого, конечно. Да ты что? Соображаешь, что говоришь ты? Да разве можно Кожеватого с Буровой забирать? Да кто же там может быть-то, кроме него? Уж не ты ли? Послушайте, товарищ Прибылова, я вас что-то не понимаю. Вы, кажется, сами сейчас говорили... Говорила. А ты больше слушай бабе болтовню-то. Ну, ладно. У меня все. Можете идти. Заявление мое. Разберемся. Разберемся. Можно? Конечно. Ну как? Хорошо. Болит? Немножко. Врешь. Болит. Ну вот. Сегодня будет вертолет. Отправим тебя в больницу. И не говорите, даже никуда я не поеду. Что значит не поедешь? Нужно, значит, поедешь. Ну зачем? Ерунда же ведь, перелома нету. Да вы смотрите, я даже пальцем не могу пошевелить. Ну вот, сама видишь. Пожалуйста, не отправляйте меня. Мне очень тяжело будет. Ну как ты туда попала? Как тебя угораздило, ну? А я за опорами спряталась. За опорами спряталась. Если б вышка завалилась, что бы от тебя осталось? Я испугалась. Испугалась, нечего было лезть. Боренька, уйди. Я за вас испугалась. Вот и гость летит. Торопится. Зачем он только прилетел? Привез нам кучу неприятностей. Из-за меня? Ну почему из-за тебя? Из-за меня. Не отправляйте. Пожалуйста. Ладно. Только ты поправляйся быстрей. Нам здоровое нужно. Странное складывается впечатление, товарищ Кожеватов. Будто вы довольны тем, что нарушили инструкцию. Я доволен тем, что удалось вырвать инструмент.
А приказ что, он не для тебя писан? Считал необходимым действовать по обстоятельствам. По обстоятельствам и по приказу ты ни в коем случае не должен был дергать инструмент. А промыть скважину нефтью? Нет у меня нефти. Нет. Попросил бы. 2-3 тонны подбросить, это не проблема. Это еще сутки. И тогда не 50, а все 500 метров прихватило бы. И что бы дала тогда нефтяная ванна? 0,0. Я не мог рисковать. Не мог рисковать? А на что решился? Буровая работает. Не понимаю. Инструмент вертится. Не понимаешь, нет. Всей сложности твоего положения. Ведь это же ЧП, понимаешь? ЧП. Не хотелось мне делать оргвыводы. Но, видимо, придется. Заявление об уходе с работы по собственному желанию я не подам. А там, как знаете. А заявление не потребуется. Я прилетел сюда, чтобы выяснить, можете ли вы руководить коллективом. Выяснить, что об этом думает коллектив. Выходит, виновного надо найти. Нет, для того, чтобы пресечь самоуправство. Вот что нам нужно. Чтобы завтра оно не повторилось в более худшем виде. Вот в этом я хочу просить вашей помощи и поддержки. И это даже лучше для человека, который сегодня нарушил закон. Решение начальника партии «Видзурнс инструмент» согласован был со мной. Мастером Ага Курбан Валиевым. Я лично уважаю стремление человека выручить товарища. Но только выручать надо с умом. А то сегодня погладим по головке, а завтра придется судить. Ну да. Чтобы завтра человек не утонул, давайте его сегодня повесим. Ну, Костя, не ожидал я от тебя. Даже я не сказал бы лучше. Не скальзывал бы. Да-да, вот именно. Не скаль. Вы думайте, о чем говорите. И поосторожней попрошу. А чего поосторожней? Нас пугать нечего. Дальше фронта не пошлют, мы и так за полярным кругом. Ну ладно, ладно. Не будем горячиться, мужики. Давайте разберемся еще раз. И спокойненько. А правда, ребята, чего горячиться? Подумайте, проголосуйте. Вот все, что мне от вас нужно. Чтобы вы высказались смело, объективно. Прав человек сказать, ну а не прав тоже сказать. Без страха. А иначе до чего мы с вами докатимся? До круговой поруки? А что? Круговая порука — это плохо, когда самогонку гонят. А мы здесь за нефтью гоняемся. Ну, знаете, трудная у вас обстановка. Нездоровая, я бы сказал. Одним словом, вот вам резолюция. Кожеватого мы вам не отдадим. Пойдем с ним дальше. Правильно. Согласны. А куда пойдете-то? Маршрут ваш закрыт. Добурите восьмую, и все. Почему? Тише, решение есть, оформляется. Да где это решение? Там, где положено. А разве Кожеватов вам об этом не говорил? Это уже известно несколько дней. Странно. Да. Чего не знаю? Так, интересно. Ну? Значит, накрылся наш северный вариант. Так или нет? Все-таки выложил вам, Илья Николаевич, эту новость. Выложил. Воткнул. От него мы эту радость услышали. От него, а не от тебя.
а мы рты поразевали. Значит, это правда. Закрыли? Не знаю. То есть, как это не знаю? А вот так не знаю. Мне что, отчитываться перед вами? Хотя бы и так. Хорошо. Отчитаюсь. Нет еще решения. Нет еще приказа закрыть нас. А может быть? Может. Но приказа нет, и говорить не о чем. Месяц ходишь, как волк в клетке. Месяц на ребят бросаешься. Месяц мы вокруг него бегаем, а ты... Юра, как ты мог? Ребят, вы что, одурели? Нет, товарищ начальник. Мы в норме. А вы? Ну, я не хотел вас расстраивать раньше времени. Не хотел расстраивать. Настроение берет. А может, боялся, что работать будем хуже? Было. Спасибо, что не соврал. Значит, за себя был спокоен. Устоишь. Один возьмешь беду на плечи. А мы? Кто же мы для тебя? И кто же ты для нас? Я не знаю, кто я для вас. Но дороже вас у меня никого не было. Брось! Говори эти слова кому-нибудь другому, а не нам. Плохо говоришь, Федор. Нехорошо говоришь. Ты добрая душа, Ага Курбан. А мы злые, нас обидишь, мы кусаемся. Ха, кусаемся. Забодали северный вариант. Это его, значит, горе, не наше. Остановили, его остановили, не нас. Запрещают, ему запрещают, не нам. Ты что городишь? И сейчас ничего не понял. 2 года мы идем вместе. Вместе комаров кормили. Вместе в болотах ржавели. Вместе консервы ели. Так оно было вместе. А сегодня врозь. Как дальше жить будем? Не знаю. Гиблая протока. Кожеватов слушает. Доброе утро, Юр. С приездом, Антон Васильевич. Что у тебя? Взял последний керн. Ну и что? Пусто. Что сказала Москва? Самое важное, Юр, чтоб ты понял, на любом маршруте, даже на самом главном, наша с тобой судьба не кончается. Понимать надо так. Северный маршрут закрыт. Мне очень важно, чтобы ты поверил. Я сделал все, что мог. Верю. Что дальше, Антон Васильевич? Что, ну, подготовь людей. Завтра вам пришлю Ми-8. Ты что молчишь? Ты меня слышишь? Давайте поближе. Есть приказ разведку Северной площади
прекратить. Чего ж ты позвал-то нас? Попрощаться? Видишь выход? Говори. Не темни опять. Темнить больше не буду. Один раз проучили. Только предупреждаю, гиблое протока покажется вам курортом. И что из этого выйдет, один черт знает. Но черти давно с корабля списаны. Говори ты. Без отпуска, без отдыха. Хватит стращать нас. Говори. Я иду на девятую. Кто со мной? Подумать так. Начальник участка, мелкая сошка, позволяйте пересматривать решение вышестоящих организаций. Да, но все-таки, Илья Николаевич, девятая буровая смонтирована, трубы завезены. Ну, а какое это имеет значение? Маршрут закрыт. Нужно срочно отозвать бригаду. Антон Васильевич, поручите это мне. Пожалуй, я им дам забуриться на девятый. Так. А вы понимаете, чем это грозит? Представьте себе, понимаю. Ей-богу, Антон Васильевич, я вас просто не узнаю. Да? Вот это приятно услышать. Антон Васильевич, вы собираетесь поощрять антигосударственную практику. Я в этом участие не приму. Более того, я заявляю совершенно официально, что я буду вынужден сообщить свое мнение в главк. Ну, это ваше право. А вот мне придется из-за этого авантюриста снова лететь в Москву. Что, спасать? Нет. Спорить дальше. Сейчас на варежку. Покрепче. Иди сюда. Ну как, камеру закрепили? Оставьте потихонечку, тут ничего. Ну, Гриша, где ты ходишь? Ты можешь сделать дело? Ребят, без камбуза. Ну что тут у вас? Почему не все готовы? А мы готовы. Слушай, друг, у меня на хахоньке времени нет. Он верно говорит, командир, только мы двое летим. На полном серьезе, чего там? Да вы что, смеетесь? Мне велено бригаду забрать. Ми-8 за вами прислали, это что вам, трамвай, билет 3 копейки? Ты вот что, воздушный гигант, нам претензий не предъявляй. Остальные уходят дальше на север, на девятую. А если тебя это не устраивает, иди потолкуй с начальником. Вот будет номер, если на девятый достанут нефть. Ну да. И на 8-й, когда пришли, был об этом разговор. И на 7-й говорили. Все это значит. Эх, обидно. Не вышло уйти до вертолета. А жалко, да? Да жалко. Так ты. Тихо. Осторожненько. Тихо. Боря, осторожно, смотри там. Садитесь, живее. Давай. Слушай, Максим. Ну? Знаешь, лети один. И выходит у меня это дело. Ты что, очумел? А Алевтина? Если любит, подождет. Давайте. Ну и дурак ты, Федя. Понял? Полный. Во. Факт. Ах, нерешительный Федот. Обманул Аэрофлот, он купил себе билет, а лететь ведь охоты нет. Ух ты, ах ты, па-па-па. Я тут. Вижу. Поведешь второй трактор? Есть. Давай. А ты говорил, как жить дальше будем. Бывает. Вот так и будем. Ну,
Отчаливаем. Дела, у меня игрушки. До каких пор мариновать будете? Четвертое заявление пишу. Ну, ты потише, потише. Ну, что случилось? Вы успокойтесь и рассказывайте. Рассказывайте. Вот он сидит, все знает. Ну, я-то ведь не знаю, я только что приехал. Ну, и так? Да справедливость мне нужна. Ну, пусть Кожеватов не хочет, чтобы я вернулась. Пусть. А вы обязаны мне помочь. Ах, вот оно что. Ну, давайте вашу бумагу. Давайте, 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 давайте. Восстановим справедливость. И куда вы теперь? Как это куда? На восьмую, куда же еще? А их там уже нет. Ну, значит, найду девятую. Что вас занесло в такую глушь среди болот? Такой вопрос для нас давно не новость. Я ставлю свой транзистор против стоптанных сапог. Что вам любой из нас ответит совесть? Ух, братцы, искупаться в Черном море красота. Что там море душ сойдет и ванна, но только у геолога заветная мечта. Умыться черной нефтью, умыться теплой нефтью, умыться первой нефтью из фонтана. Конечно, хорошо бы, чтобы нефть текла рекой, а с неба сами сыпались алмазы. Но только вот до солнца не дотронуться рукой и жизни не прожить, дружок, два раза. Ох, братцы, искупаться в Черном море красота. Да что